Итак, давайте громко-громко похлопаем! Делаем обратно счет. 5, 4, 3, 2, 1. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Сейчас будет. На самом деле, как опасно тушить, так опасно поджигать. Поэтому здесь нужно держаться на расстоянии. О, все. Сейчас подождем, когда разгорится побольше. Правда ведь? Только чур не прыгать через костер, иначе мы просто не допрыгнем. Мы не перепрыгнем даже. Итак. Ну что, горит там? О, а то нам с этой стороны-то не видно. Дымочек! Дым пошел! Наверное, не видно. Пошло, пошло, горит! Вот смотрите, друзья! За одну минуту горит 1 квадратный метр дерева! Представляете, за сколько этот домик может сгореть? За считанные минуты. А это ведь может быть домик на любом дачном участке. Мы рады создаваться из доблестной пожарной охраны. А вот и пожарные. Мунинский район, 58-я пожарная часть. Подоспела вовремя. Ой. Горит одноэтажное строение. Конечно. Тут, наверное, 4-я степень. Хорошо горит. Тепло ли вам? Помните, как в сказке, тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красное? Смотрите аккуратнее, кто стоит прямо в дыму, на вас могут лететь маленькие искорки, поэтому детей чуть-чуть подальше убрало. И сейчас будет открыт. Пойдет вода и может кого-то обрызгать, поэтому готовьтесь к этому тоже. Ничего себе, ё! Итак, будет дана пена. Самое крутое – это пена. Друзья, в этой автоцистерне 3,5 тонны воды. Это как ваших примерно 15 ванн дома. Самое большое давление рукавной линии, поэтому здесь нужно еще удержать его. И работа пожарного очень физически тяжелая. Поэтому может работать в основном мужчина. Итак, вода пошла по рукавной линии. Рукавная линия – это вот эти шланги. Они называются рукава. Вид, друзья, 20 метров. И пошла пена! Пена начинается, заказывали! Заказывайте на вашу пускную пенная вечеринка. Прудинский район. Звонить 101. Это, конечно, шутка, но тем не менее. А знаете, почему пену тушить быстрее, чем водой? Потому что пена накрывает полностью огонь и дает притоку воздуха. Смотрите, как загорелся за считанные минуты. Так это тащило за считанные минуты. Но внутри все равно он клеит. Поэтому нужно его сначала потушить и разобрать. И потом снова потушить. Здесь лучше отходить. Состав пены не совсем пригоден для, скажем так, употребления. Поэтому это химический состав пены. Но это смотрится шикарно. Смотрите, представьте себе зимой домик. Сейчас сюда придет дед. Я предупреждаю вам, что полетит огромное слепое. Отлично! Первая вечеринка! Музычка, дед!